О жизни Матиаса Витхоса весьма красочно рассказывает Хаубраген. Матиас Витхос родился в 1627 году в Амерсфорте. Уже в раннем его детстве было ясно, что он прирожденный художник. Якоб ван Кампен, автор проекта и строитель Амстердамской ратуши, который дружил с его отцом, часто навещал их дом в Ранбурге под Амерсфортом и видел проявление его таланта. Он предложил юноше, весьма услужливому и имевшему большой интерес к искусству, поступить к нему на службу, во время которой он мог бы овладеть основами образования, затем по прошествии 6 лет получил бы возможность работать самостоятельно. Среди множества молодых людей, уже служивших там, был Отто Марселус ван Скрик, у которого в голове была только страсть к путешествиям, и именно он подбил нашего Матиаса вместе с Хенриком Граувом, его соучеником у Кампена, поехать в Рим. Из отправившихся 6 в эту поездку один умер в пути, несколько остались в Италии. Отто и Матиас вернулись домой после 10-летнего отсутствия. Манера Матиаса Витхоса, отличающаяся изысканностью трактовки мотивов, пришлась по вкусу кардиналу Медичи, для которого он большей частью работал во время пребывания в Риме. Однако, несмотря на то, что он стал там весьма известным, он все же осуществил свое страстное желание вернуться на родину в Амерсфорд, где он жил до 1672 года, когда бесчинства французских войск вынудили его переехать сначала в Утрехт, позднее в его окрестности, а затем и вовсе в Северную Голландию, в Хорн, где он и поселился, окруженный заботой своих 4 дочерей. Был он очень трудолюбивым и доброжелательным человеком, и его дочь рассказывала мне, что она часто оплакивала его кончину, когда вспоминала, с какой любовью он относился к своим детям. Он редко бывал в кабачке или в обществе и постоянно, если был здоров, прилежно и ревностно занимался живописью. Добавить к этому жизнеописанию из книги Хаубракена можно лишь год смерти художника. Он умер в 1703 году в Хорне. Как показывают, суета-суеты, почти повторяющие ее композицию «Аллегория бренности», разрабатывая эту философски-моралистическую тему, Витхос сдавал ей свою трактовку, помещая натюрмортную группу на фоне пейзажа. Художник представил множество предметов, намекающих на стремление человека увековечить себя в своих деяниях. Пирамиду, украшенную рельефами, каменные вазы, погребальную урну, палитру с красками, музыкальные инструменты и книги. Тщетность этих усилий и бренность человеческих деяний олицетворяют те же пирамида и урна с прахом, и черепа животных и человека, песочные часы, увядший лист чертополоха и сами цветы, срок жизни которых весьма недолговечен.
Вполне вероятно, что идею показать вместо компактной натюрмортной группы разбросанные предметы, да и сам ее состав, пирамида, погребальная урна, черепа животных, художник заимствовал из гравюры с картины «Демокрит в раздумье». Награвированная в 1662 году с латинской надписью «Демокрита, насмешника над всем и всеми», пронзает мысль о всеобщем конце. Ингвар Бергстрём, выдвинувший это предположение, считал также, что тему картины Витхаса могли навеять и строки церковных псалмов, например, «Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибли». И книга, и свернутый наполовину в трубку лист бумаги, расположенные на переднем плане благодаря косо падающим лучам света и глубоким теням, кажутся здесь иллюзорно достоверными. Поглощенный изучением натуры, Витхас расширил границы, поставленные перед собой задачи, предпочтя запечатлеть мир вещей таким, какой он есть, а не только с позиции его аллегорического истолкования. После переезда в Хорн, как сообщает Арнольд Хаубракен, для бургомистра этого города де Мора художник исполнил картину, в которой были представлены самые разнообразные формы чертополоха, касатика, хвоща и других сорняков, а также васильки и маки. Задний план был заполнен изображениями плюща, грибов и других растений. Здесь засматриваешься на жаб, там в тени беседки затаились пестрые ящерицы и змеи или мышь, которая обгладывает зелень. Так удивительно верно показанная, что можно пересчитать волоски на ее шерсти. Даже заросли сорной травы, населенные гусеницами и бабочками, а также пауки на своей паутине и все иное, вплоть до муравьев в своих норках, и все это выполнено очень натурально, с величайшим усердием. Из данного описания видно, что Витхас предпочитал изображать чертополох и другие сорные растения, среди которых ползают насекомые и змеи, охотятся пауки и ящерицы.
Как показывают такие картины Витхаса, как «Цветы», «Еж» и «Лягушка» 1660 года, находящиеся в Государственном Эрмитаже, «Куст чертополоха», «Ноттингем», «Замок-музей» и «Картинная галерея», и «Еж под кустом» и «Живики» 1669 года, ранее находящиеся в Лондоне, собрание Эрика Палмера. Композиция в них менее замкнута, а изображения зарослей, сорняков и населяющих их мелких животных занимают лишь первый план картины. Далее расстилается освещенный благодатным южным солнцем холмистый итальянский пейзаж. Причем, как говорят даты создания санкт-петербургской и лондонской картин, мастер писал их пейзажный фон по памяти, отличающийся теплыми нежными сочетаниями красочных масс в общий золотистый тон южного неба гармонирует с утонченной нюансировкой живописных деталей, приглушает драматический оттенок борьбы за существование, вызываемой сценами первого плана.